Проект «Молодежь формирует будущее», на реализацию которого был выделен денежный грант на прошлогоднем Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», ставит своей целью ввести молодежь Севастополя в курс избирательного процесса. В рамках проекта в течение полугода проводились круглые столы, семинары и обучающие квест-игры для студентов и школьников. Данный проект, он полностью направлен на повышение правовой и политической культуры именно молодых избирателей. Поэтому проект и, собственно, мероприятие по избирательному праву. У нас представлены 6 станции по избирательному праву, и ребята будут проходить этапы, то есть набирать определенное количество баллов, и в конце мы подводим итоги и определяем победителей. Никита – ученик 11 класса. Год назад решил, что свяжет жизнь с государственной службой. Знание законов и избирательного права, в частности, для него важный этап подготовки к поступлению в высшее учебное заведение. Моя будущая профессия будет связана с правом, с знанием законов, законодательства. И я обратился к сотрудникам нашей избирательной комиссии, и они предложили такой вариант, что у нас в Севастополе открывается молодежная избирательная комиссия, в которую можно вступить не только студентам, но и ученикам. Избирательное право – это очень важно, каждый молодой человек должен знать и уметь им пользоваться. За активную жизненную позицию волонтеров и участников квеста поблагодарил председатель Севастопольской избирательной комиссии Валерий Медведев. Впереди город ожидает важное событие – первые прямые выборы губернатора, и помощь молодежи в организации этого процесса будет очень важна. Молодежные проекты совместно с Институтом экономики и права мы проводим уже несколько лет подряд. У нас соглашение написано, подписано с ними. И у нас впереди большая избирательная кампания. Это выборы губернатора города Севастополя, дополнительные выборы в законодательное собрание по одному округу. Ну и, конечно же, впереди высокая государственная задача – подготовка к выборам. Организаторы проекта обещают, впереди молодежь Севастополя ожидает обширная программа разнообразных форумов и практических семинаров, где каждый желающий сможет получить прикладные знания в нужной ему сфере. Арсений Ковалевский, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.